Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш. Продолжаем проходить гарнизоном седьмые кошмарки. Двигаемся к восьмым. Я уже не раз показывал, но это просто писец. Гарнизон реально, блин. Все хотят Анубиса, но хватает одного тритона. Плюс ледяха, который замедляет. И все. И вам, в принципе, больше... ничего не надо для подземок, хорошая тыква. Кстати, у нас стоит пиромах, но мы сейчас сделаем, мы вчера получили на халяву, не вчера, даже не помню когда, я вытащил здесь суперсилу и улучшил тыковку. Теперь она у нас будет мега эпическая, намного проще все будет, намного легче будет фармить некоторые локации с такой тыквой, потому что суперсила на тыкве на сегодня очень имбалансная, она дополнительно дает набор. Даже если у вас не будет исцеления, будет берст, будет суперсила, вам будет намного проще. Конечно, исцеление это в идеале. Я думаю, для многих уже исцеление не проблема. Для кого проблема, играйте побольше, ищите сундуки, либо акции какие-то, но реально, можно эмблемой в принципе поставить, это тоже не проблема будет, но это один из топовых талантов на сегодня, именно для тыковки, и без целения все очень печально, так, ну что, у нас сегодня... Какая там 7-4, 7-5 мы прошли. Сегодня у нас 7-6. На очереди, если я не ошибаюсь. Сейчас мы глянем. Да, 7-6. Тоже довольно-таки интересная подземочка. Многие не могут пройти ее. Многие... не знают как, но тут все очень просто. Вы просто вытаскиваете опять же сюда хранителя, замораживаете его вовремя. Именно самое главное вовремя заморозить его и спамите юнитами. Но я сейчас не спамлю, я вам показываю, как это все делается. И вот без проблем у вас, когда есть определенные герои, вы если набиваете там 20, 30, 35%, это означает, что надо просто пару хороших заходов. И подземка ложится на ура. Просто на изи. Поехали. Попытка номер два. Так, не взял магию. Самое главное, внимательно, вот сейчас мы поспамим немножко, чтобы башни отвлекались на юнитов. Самое главное здесь, ну, наверное, это спам, плюс правильная высадка и использование магии. 46%, ребят, бочка. Давай, тащи, бочка, я в тебя верю. Смотрите, бочка против Анубиса. 46%, чуть-чуть не хватило нам. Ну, это нормальное явление. Видите, со всех героев выживает бочка. Вот почему она имба, она живет дольше всех. Такс. Можно с другой стороны попробовать закинуть героев. Самое главное, чтобы у вас не включился хранитель, потому что если он включится, он включит отражалку и, соответственно, ваши герои все на разгоне сольются. 32, 33, 37, 40. Все, без проблем. Может и на 3 затащим. Красавчики просто. Вот посмотрите, вот вам, ребятушки, гарнизон. 7-6, многие не могут пройти там с эволюциями и с прочим. Купидон, тыква, нужные гарнизонные герои. Думаю, таланты им сейчас на десятку, это не проблема. Качнуть этого вполне хватит. Правильно заюзали магию, и все, и никаких проблем. Не надо вам Анубиса, у Анубиса кулдаун. Здесь же кулдауна у нас нет, и вот вам пару минут, пару заходов, и 7-6 просто проходится на ура.
Поехали дальше. 7-7. 7-7, откройся. Так, тут у нас, по-моему, тотемы есть, если я не ошибаюсь. Надо их обезвредить. Тут будем пробовать сразу же выкидывать всех героев здесь. Единственное, я там Ронина, не знаю, заблочил сразу или нет. Можно половить немножко кулдаун, чтобы ваш Ронин, который рядом. Тут, видите, разгона нету. Не успели. 32% тоже. Но это не есть сложная подземка. Здесь она точно стоит. Сюда вы можете взять кого-то, даже Деда Мороза, который просто ударит по площади и снесет все нафиг. И Держимого. То есть здесь, наверное, сложнее пройти гарнизоном, нежели нормальными героями. Попробуем. Давайте попробуем по центру. Я сейчас вот так вот магию выкину. Специально выкинул. И, конечно же, спамите по максимуму. 38, 42, 43, 50. Остался там один Ронин. Я не знаю, у нас может просто стычки ушатать. Но если мы будем на разгоне, у нас не успеет. Все, 7-7. Просто налегке проходится с какого-то там второго, третьего раза. Тоже ничего сложного на этой подземке нет. Тем более здесь здания все кучно стоят. Ну, дальше у нас будет реально трэш. 7-8. Вот это одна из таких злоебучих подземочек. Здесь выбираете тотемы, ну, по возможности. Но в основном здесь зависают на хранитель. Я не знаю, или у нас сейчас получится это сделать. Но я попробую, по крайней мере. Тут опять же, самое главное, чтобы он у вас не включился. Герои на него заагрятся. Заморозили. Ускорение. Я не знаю, как там с Анубисом. Черепа 21, 22, 23, 34, 40. Ну давайте, давайте, ребятушки, 50%. Просто изи, ребят. Налегке. Больше нам не надо. 54% у нас получилось. Шестая, седьмая, восьмая подземка у нас просто слегли. В итоге мы потратили с вами, ну, целых 8 секунд. Ой, говорю 8 секунд, 8 минут. Ну, потратили там 200-300 самов на воскрешение. И, в принципе, мы дошли до самых таких злобных. Это 7-9. Самое главное, чтобы у вас, если у вас вы видите хранителей, там на них, на тени хранителя можно зависнуть, так как тень... 5 или 6 секунд, она неуязвима ни к чему, она единственное, что может слиться на отражалке, больше она никакому урону не имеет, точнее, никакой урон ее не может убить, соответственно, вы можете, этого времени вам хватит, чтобы разогнаться и чтобы зависнуть. Вам нужен Купидон, который будет бафать, то есть 5-я ремка, железка, Тритон, который круче дамагер, нежели Анубис, потому что у него нету кулдауна, у него 100 целей и просто он понижает этот хил на 99%, то есть это тоже очень круто. Дальше ангел для отхила, ну, вы можете взять других героев для отхила, это я уже так, просто чтобы у нас был трэш. Хорошая тыковка, это исцеление, ну, у меня изворот, можно там поставить, у кого есть воодушка, вот такой вариант. Ну и тут тоже вариант классный. Дальше бочка у нас это танк, то есть для меня, у меня это танк, потому что бочка имеет входящий, ну, то есть понижает на 53 и лимит 15 000. Вот так вот на 6 секунд. Дальше. Вы еще вам не показал. И ледяха, который замедляет 28 рандомных целей. В данном случае он замедляет героев. И они, если у вас много дальников, не могут добежать и включиться. Все. Вот это вот состава вам вполне хватит, чтобы пройти там до 8 кошмарки. Я не знаю, что мы гарнизоном будем делать на 8, но у нас еще две подземки. 7-9 и 7-10 осталось, ну, будем трэшевать.
Вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.